Не только 25-летие независимости страны, но и декабрьским событиям 1986 года в Алматы, положившим начало суверенитета республики, исполняется ровно 30 лет. Возложить цветы и почтить память патриота своей родины Кайрата Рыскулбекова сегодня к его памятнику в парке, названном его именем, пришли руководство города, представители общественных объединений Жамбылского региона и просто благодарные жители, простые тарасцы. 17 декабря 1986 года запомнится навсегда не только казаху, но и всякому здравомыслящему человеку. Тогда с массовым протестом против политики Центрального комитета Коммунистической партии Казахстана молодежь с массовым протестом вышла на городскую площадь. Люди защищали свои демократические права и решение, как им жить дальше. Общее количество задержанных составляло 8,5 тысяч человек. 99 человек было осуждено на различные сроки заключения. Среди них был и Кайрат Рыскулбеков, позже погибший в тюрьме. 30 лет прошло с тех времен, но декабрьские события 1986 года еще живы в памяти, и в этот важный для всех казахстанцев день мы пришли почтить память нашего брата, патриота своей родины, Кайрата Рыскулбекова. Мы всегда будем помнить людей, боровшихся за нашу свободу и независимость. Возложить цветы к памятнику героя Кайрата Рыскулбекова сегодня пришли те, кому не безразлична история и судьба Родины. Именем Халык Кахарманы названы школы, улицы и парки в ряде городов Казахстана. Патриотов того времени знает и подрастающее поколение. Жуткие события декабря 30-летней давности стали настоящей трагедией для казахстанцев и предвестником независимости Казахстана. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что живем в мире и согласии, в суверенной, многонациональной и процветающей стране. 25 лет – это четверть века. Это прекрасное сочетание для одного поколения. Мы недавно были на форуме Ассамблеи народов Казахстана в Астане, провели такое мероприятие. Вот в действительности это отмечалось, что наше государство состоялось. Поэтому я именно от себя, от своего правления, от чечено-ингушской диаспоры поздравляю всех граждан нашего государства, жителей города Тараза с праздником 25-летия независимости. Благополучие нашей страны в наших руках, и эти праздничные дни – очередной повод вспомнить историю становления государства и рассказать о ней нашим детям и внукам, новому поколению казахстанцев. Мадияр Терик, Ермек Кеншимбек, 77 News.